Открывала дверь подруги, а запустила в дом грабителя. Полицейские задержали челябинца, который напал на женщину в ее же квартире и похитил золотую цепочку. Правда, когда злоумышленника поймали, выяснилось, что подобным образом он промышлял уже не впервые. Голова вообще не соображала нисколечко. У меня так бывает. Замыкание в голове сильно. Вот так просто объяснил грабитель свои дерзкие нападения. По данным городской полиции, одной из потерпевших оказалась 67-летняя женщина. Когда преступник направился к квартире своей жертвы, пенсионерка ждала свою подругу и думала, это она пришла. Мне открыли дверь, я толкнул женщину, она упала, на обсервант, и потом на пол упала. Я с нее сорвал цепочку и ушел. С какой целью вы это сделали? Я не знаю. Тогда мужчина унес с собой цепочку и крестик своей жертвы стоимостью около 25 тысяч рублей. К счастью, женщина нашла в себе силы встать и дойти до полиции, после чего оперативники по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний безработный рецидивист. В ходе задержания выяснилось, что в тот же день мужчина напал на другую пожилую женщину. Точно так же ворвался в ее квартиру и похитил у нее мобильный телефон. Общая сумма причиненного ущерба составила около 35 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. В данный момент мужчина помещен под стражу.